делать обязательно. И просто в интернете скачать там задание и делать, не знаю, либо покупать книгу, либо распечатывать книгу. Вы знаете, что я говорю, на папку носить. У нас в том году тоже сейчас такая возможность. Мы собирались перекупить у этих родителей книги себе. Ну, прямо с этого года детей читают. У меня английский с первого класса остался, уже он не подходит. Я заплатил за книжку 110 гривен, она уже.